Приветствую, бойцы. Как у вас дела, как настроение? Запустил ремастеринг специально, чтобы вам показать. Он у меня по-прежнему не работает. Вот, в Ноксе сделал ремастеринг в LD-плеере старую версию. Новая, старая, новая. Стало темней. Ну, в общем, как-то и отмасштабировали не всякие значки, иконки. И когда я играю на телефоне Samsung S9 управление, то есть левым пальцем большим, когда перемещаешь робота, очень маленько, мне ужасно неудобно перемещаться. В общем, очень сырая версия ремастеринга. Я не знаю, почему они сказали, что вроде 8 числа выйдет он во всем мире. Где-то я такое слышал. Но, по-моему, его выпускать еще абсолютно нельзя. Его нужно дорабатывать. Месяца два. Очень сырой продукт, глюченный до ужаса. И почему-то не выпускает меня в бой. Нажимаю начать в бой, не выпускает. Поэтому давайте сходим в частный бой. Некоторые карты посмотрим. В частный бой работает. Также, первый день, когда вышел ремастеринг, зашел, играл со всеми, начать бой, все игралось, все нормально, отлично. Графика называется «Вырви глаз», очень много спецэффектов, все сияет, блестит, там фейерверки, взрывы, там я не знаю. Играть невозможно, игра платилась просто сплошной набор спецэффектов. Карта вопросов нет, но сейчас карты посмотрим. Карты красивые, текстурки наложены классно, четко, роботы... Ну, вроде как нормальный, что-то не знаю. Давайте опять пробежимся, так подергаем графику. Но мне кажется, нужно дорабатывать. Или, возможно, в ангаре освещение какое-то не такое. Хрен его знает. Или непривычно. Вот, допустим, вайперы. Почему они такие светлые? Все остальное такое темненькое, вайперы светлые. Как-то подсвечены неправильно. Или просто текстуры светлые. По-моему, они даже не подсвечены, просто такая светлая текстура. В общем, тут пилить и пилить. Я не знаю, почему они такие сказали. О, в октябре, 8 октября выйдет ремастеринг официально везде. Хрена с два. Полетели смотреть карты. А нет, друзья, все у пиксоников сломалось в очередной раз. Ну, берем давайте этого, старая дырочка. Появились какие-то артефакты. Неправильно накладывается свет или неправильно тени. Ну, пиксоники никогда с тенями не дружат. У них и на старой версии клиента стандартный. Постоянно тени зависают, перегружают устройство и потом отключаются. Ну, вот так делаем залп. Ну, тут вообще ни черта не понятно. Ё-моё, что творится? Давайте попробуем сейчас включить LD-плеер. Возможно, там новая графика заработает. Давайте, одну секунду. А вот на LD-плеере Android 7 32 бита все работает, посмотрите-ка. Вот он, красивая графика, текстурки гладкие. В настройках эмулятора у меня стоит 1440 по горизонтали. Это разрешение между Full HD и 4K. Могу, в принципе, запустить игру и на 4K ремастеринг, но, соответственно, тогда у меня будет компьютер сильно нагружаться. Но в этой версии попробовал также, в бой меня не выпускает. Очень долгий подбор, и это никогда не заканчивается. Так, давайте другие карты посмотрим. Ну, каньон, и на этом хватит. Вот так вот выглядит каньон. Чик. Все красиво, современно. Огнеметы стреляют как-то очень невидимо. Анимация очень плохая. У чего-то сделали анимацию прям очень красивую и наглядную. А вот огнеметов еле-еле видно. Вот так это все дело работает. Дробаши, ох ты какая. Бог грома, нифига себе молнии классные. Бамс. Искры отлетают, все великолепно. Пойдемте полюбуемся водой. Телепортнуться никому не смогу? Не смогу. Но возьмем сейчас другого робота. Так, все бликует, отражается. Стоят у меня максимальные настройки графики 30 FPS. Захват мне происходит во сколько? В 30 FPS, все нормально. Бам-бам-бам. Ну, красиво. Не знаю, там ютубчик, конечно, картиночку вам подпортит. Не без этого. Сменить робота. Так, и возьмем, кто тут интересен. Хоп, наверное. Ну там тоже, если нет врагов, то встроенная пушка не будет стрелять. Так, одна пушка стреляет, как? Вайперы. Взлетаем. Приземляемся сразу. Захватываем маячок. Визуализация захвата маячка. Вот такая же. Такой же синенькая. Так, ну и что? Старые добрые таранчики. Огнемет большой есть. Так, старая дрочка мы смотрели. Дрона брать, естественно, не будем. Так. Тараны какие-то стали коричневые прям. Прям реально коричневые. Вот он, мой трупик до сих пор корежится что-то.
Подойти бы, пнуть бы так по пузу. На! Но нельзя. Или подойти, допустим, вражеского робота убил, и пушки у него отобрал. Вот это было прикол бы. Прокачано. Поиграл против топа, одного ему робота мочканул, пушки отобрал, все, пушки твои. Так, взлетаем. Ого, посмотрите, ходит быстрее, чем летает. Вышло обновление вчера или сегодня, исправляющие недостатки. И что-то недостатки особо не поисправляли. По крайней мере, у соловья скоростушки-то не добавили. Или это нерв опять? Такой тут нерв, тут, скорее всего, накосячили. Так, полетели уже играть нормальную версию работоспособную игры с нормальной красивой арт-графикой, а не а-ля вырви глаз. Ну давайте и для полноты сравнения, та же самая карта, скорпиончика беру. Здесь огнемет более жирный. Конечно, как-то вот сейчас смотришь после ремастеринга эту карту, и она смотрится какой-то ущербной, как будто бы какой-то, не знаю, там, отключил там на Sega Mega Drive дюну, пески эти желтые. Ага. Ну да, какие-то запахло такое-то 90-ми такое ощущение, да? Ну, возможно, ремастеринг, конечно, гораздо круче, но нужно когда доработают его. А сейчас глючно играть, я не знаю, там, ну, если бы разработчики бы сказали, вот вы играете, все баги перечисляете, вот, допустим, как сделали Robot Warfare, и потом вам будут супер-мега-призы, там, ну, что супер-мега-приз? Это робот Хок, наверное. Возможно, Яга, хрен его знает. А то, нате, тестируйте, мучайтесь, качайте по эти гигабайты обновлений, причем у некоторых мобильный интернет, извините меня, а некоторые еще и платят за мегабайты, представляете, пиксоники, не все же такие крутые, как вы, денег до жопы просто. И только призрачная надежда получить какие-то призы. А вы, нате, тестируйте, вы зарабатываете для нас деньги. Вот реально, мы по факту, мы сейчас работаем на пиксоников, кто занимается тестированием ремастеринга. А награда, а зарплата. Они такие, просто у вас приятное впечатление, полюбуйтесь красивой графикой. Надеюсь, после моего возмущения и народ подтянется, скажет, ну, будет возмущаться, потому что это реально несправедливо, реально, мы сейчас работаем на компанию Pixonic, работаем бесплатно. А теперь полетим уже, наконец-то повоюем просто. Итак, превосходство. В бой меня закинуло что-то... Почти без опозданий, на 55 секунд я уже в бой вошел. Странно, очень странно. Так, маяк. Один ливун у нас. Молодец, красавчик. Мидл. Или как тебе? Майдл. Че ты? Майдай. Твоя смерть. Че ты там понаписал? О, знаете, какой красивый ник я придумал. Сначала май. Не то, что он написал ай, а по-другому пишется. Майдай. Моя смерть. Моя смерть. И такой ник в игре. Так, у нас превосходство. Меня жутко колбасят, но если хоков не будет, то в принципе я должен урон держать. На меня наложили снежинку, и поэтому я впитываю урона достаточно много. Но иду на размен. На не то, что размен, то я по факту не воюю, просто танкую. Отвлекаю врагов на себя. Беру огонь на себя. Так, пушки мне проклинаешь? Да не по барабану. У меня основная задача — это держать маячок. Превосходство, как-никак. Режим с маяками. Ко мне все телепортируются, техноскорпиончики. Давай, давай, давай. Сталкерочки. У нас еще один же козел есть, который Леон в режиме превосходства льет. И причем это не какой-то ботяра льет. Это конкретно осознанное действие человека. Он прям бежит. Бежит и льет. Без стыды. Так. Давай, 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 давай. Ремонтируемся. Маяк наш. Маяк держим. А в это время наша команда что делает? Все маяки нахрен отдает. Красавчики. Вот вы козлодой. Просто козлодой. Вот кто они? Сейчас что, опять не бомбить, что ли? Материться? Я уже не хочу материться-то, блин. Ё-моё-то. Сколько можно вести себя некультурно-то, а? Где скорпион-то? Жгем всех по чуть-чуть. Ну и нажал ремонт. О, у нас три маяка. Так, превосходство. Готовимся уже выбирать робота. Но что-то меня пока не убивают. Блин, как хорошо, что я поставил фалкона обратно в ангар. Как видите, если ваша команда дикие раки, а у врагов нет хоков, тогда, соответственно, фалкон играбелен. И еще как играбелен. Сколько я держал центр? Я держал центр долго.
очень долго. Под шквалом огня я стоял. Если бы моя команда была бы нормальная, пока я отвлекал врага на себя, а роль танка отвлекать врага на себя, моя команда должна была всех зарезать нахрен в округе. Все, что вроде фалкона там бегает, шевелится, дышит, всех должна была зарезать. Но моя команда кое-как отстояла респовые маячки. Ну, спасибо хотя бы на этом, что хоть респовые отбили обратно. Неприятная неожиданность для этого негодяя. Видели, сработал дрон. Дрон сработал, видели? Еще раз говорю, дрон сработал, видели? Пушки прокляли. Я проклял. Дрон проклял. Пушки. Прикиньте. Дрон, вон, видите. Исчезает. Флай называется вроде он. Флай, да ты красавчик. Ну это для чего поставил? Чтобы, соответственно, когда скорпион телепортируется, проклинает пушки врага. Враг, ну, через несколько секунд понимает, что его начинают убивать. Поворачивается. Пытается ударить в ответ, а у него пушки прокляты. Вот какая-то такая у меня задумка была. Но, как видите, личинка ни черта не поняла, умерла очень быстро. Там же у меня сборка гибридная. Дробаши для быстрого заливания дамага и стана врага. То есть, ну, как бы смысл сборки работать вблизи. Дракона до ластена доведите, сейчас я его заберу. Дракон, прощайся, за здоровьем. Да-да-да-да-да-да. Всем спать. Сербер мне пушки проклял, ничего страшного, идем на размен. Сербер как-то слабо стреляет, я ему тоже вроде пушки проклял. Ну и вот за один заход двух роботов забрал. Вот такой скорпиончик. Пошел вниз, зарезал. Ебаза. Ебаза, что за ебаза? Так, через 7... Вы что решили все вот за этим стоять, прятаться? Иди найди себе другое местечко. Ты кто, Булворк или дракон? Ты дракон? Поменяй на Булворка, дракон уже все, хана дракону. Так, у него работает сопротивлялка урону. В ремастерник хана скорпиончику. Сработало проклятие. И поэтому, в принципе, да, видите, моя схема рабочая. Проклять врага и идти уже на размен. Как бы терпимо. Если, соответственно, пушки врага не ты не проклинаешь, идешь на размен на скорпионе, враг поворачивается, и твое сопротивление урона 50%. Как бы, ну, по барабану. Так, в режиме превосходства Равана такая же шляпа, как в гонке за маяками. Маяки нифига не держит. Не, ну может держать, но нельзя использовать свою способность. А Равана без способности является просто жирным-прижирным инвайдером. То есть умирает очень быстро. Несмотря на гигантское количество хп. Ну, жирный инвайдер. Ну, инвайдер хотя бы есть сопротивление урона. Когда он там прыгает и может маяк держать. А у Равана сопротивления урона нет. Штатного. Конечно, вы сейчас можете там понасочинять, там дроны, андроны, там все, что хотите, можете сделать. Как разработчики сказали, полная там свобода действий. Только, так скажем, нужно денежки иметь. А так, конечно, можете придумать робота вообще просто бредового. Пунишеры, которые станет, проклинают, все, что хочешь и хотишь, будут делать. Так, я уже пошел отдавать скорпиончика. Потому что пора уже брать Хока. Давай. Не лагай. Блин, ну не убил. Так, берем. Страйдер у меня еще есть. Ну, страйдер на потом оставим. Так, глайдер. Глайдер, я вам говорил, у него заморозка. Смысл, я стреляю с земли с двух вайперов и кварков по титану. По титану применяется снежинка, потом я взлетаю и встроенной пушкой и люшкой нахрен всех, или называйте аннигиляционной пушкой, всех нахрен убиваю. Ну не всех, а на кого применилась снежинка. В данном случае это будет два титанца, титанидзе. Так, можно было, конечно, уже пострелять, как в ролике Маннида, с расстояния 800 и меньше метров. Но нет, у меня другие пушечки. Новые рельсотроны очень имеют быструю КДшку. И, в принципе, понятно уже, как их будут нерфить. Им будут увеличивать КДшечку. Они очень быстро стреляют. Ага. Ну, немножко подлагивает, естественно. Так, снежинка пошла заполняться. Стреляем. Снежинка не заполнилась. Снежинка заполнилась. И начинаем жечь. Блин, я вообще вот в этом бою все свои задумки могу реализовать. Да поэтому надо стрелять вообще-то. Сейчас будем просто стрелять, без всякой там снежинки. Потому что титан его валит, сейчас по-любому завалим мы его. Отлично. Пока по маякам проиграем, но это, думаю, пока. Сейчас должно быть все норм. Если наши не будут раковать. Артурецкий пошел на центр. Будем его поддерживать, за его спиной прятаться. Давай, я его даже подталкиваю немножко. Не знаю, скорость должна увеличиться, по идее. Раньше такое работало. Раньше фуру толкали. Фура раньше была вообще медленная-премедленная.
Так, мною не интересуются пока. Так, майк захватили, и я уже думаю, нужно форсировать события. Начинаем форсировать. Ага. По ком бы пострелять-то хоть-то? По тебе, наверное, да? И нужно лучше приземлиться снизу, да? Поэтому давайте потихоньку, помаленьку. Побыстрее, побыстрее, побыстрее! Вниз, вниз, вниз! Больно. Ладно, идем на размен, теряем last stand. Снежинка почти сработала, но пушка Илюшка еще не готова. 4 маяка. Мы проигрываем по маякам очень сильно, но за счет того, что... Что? У меня хок, я думаю, сейчас все будет норм. Где хоков больше, там, соответственно, команда и выигрывает. Так, с маяка улетать ни в коем случае нельзя. Минк лечится, и поэтому он живой. Так, двоих вальнул за раз. Так, отступаем. А, не, нормально, нормально, мы спрятаны. А теперь уйдем в астрал. При выходе из астрала у нас будет ремонт 5 секунд. Дрон обеспечит нам. И этого быстро валим. Лагает как... Я бы сказал, как... Так, берем стартера, у стартера способность при выходе из астрала, там, короче, ремонт 5% такой же. Фастшифтинг крипе, что-то такая хрень. Так, с этим никто не может справиться, ну, соответственно, значит, опа-на. Малыш, 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 малыш. Малыш, не нервничай, не нервничай, все будет нормально, сейчас ты умрешь. Он замерз, малыш замерз. Издалека по нему накидываем. Так, маяк наш. Это режим превосходства, даже если он захватит маячок. Ничего вообще страшного. Все вообще зергутер. Так, стреляем теперь поочередно левыми и правыми пушками. По идее, центральную глацер мне нужно беречь. Когда он снимет свою способность, захочет меня атаковать, я должен, соответственно, глацера его вальнуть. Так, он держится возле стенки. Когда он будет возле стенки держаться, или возле моего союзника, нужно стрелять. За счет сплэша он будет получать повреждения и от глацера. Вот сейчас. Видели, убил с помощью глацера за счет сплэша. Так, мы проигрываем, но вроде сейчас выиграем. 13 секунд. Вообще капец. Раз, два, три, четыре. Давай, 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 давай. Проиграем. Бляха ты муха, козлодой, научитесь играть, а? Реально проиграли? Вот как хочется что-нибудь сказать, матершины, а? Козлодой, а? Давай, показывай, что ты загружаешь? Там данных вообще минимум. Статистику просто. Так, Лига 7, ранг 14. Вы скажете, ой, да ты ж победил. Если бы я победил бы по-нормальному, ну, в смысле победил, там первое место, скорее всего, у меня, да, первое место. Мне бы серебра отсыпали в полтора раза больше, пусть полтора ляма серебра было бы. И лига бы, я бы сильнее продвинулся. Вот посмотрите, что это такое. Ну, я не знаю. Так, полетели. Вот теперь будет, извините меня, жопа. Канал фановый, поэтому жопа, писька здесь нормально употреблять. И не только. Гонка за маяками. Самый долболутый режим, когда ты играешь с раками. Эти раки вообще не признают правил пиксоников. Они отказываются брать маяки. И без маяков мы выиграем, они так считают. Или они вообще просто играют, не думая. Скорее всего, второй вариант верный. Они... Или им нечем думать. Вот, скорее всего, третий вариант верен. Я вот вижу проход на наш респовый маячок по правому флангу. И я не лезу вперед. Я вот иду вот здесь, вот, соответственно, и обороняю маячок. Давайте нажмем лечилочку. Давайте мочить этого козлодоя, блин. Угу. У нас 3 маяка. Пока эти что-то красные вообще ракуют, на удивление. Они зажались на 2 маячки. В то время наш вот, робот-тех вроде бы захватил маячок вражеский респу. Вообще красавчик. Так, теперь мы будем, как самый настоящий танк, танковать. Эти пошли на наш маячок. А мы тогда два варианта. Или этот захватывать, или оборонять. Что мы будем делать? Ну, я думаю, пойду захватывать. Че, дрон у тебя, да? Станешь меня? Ой, красавчик, вообще просто мега-супер тащер. О, это, конечно, сейчас будет больно. Нажимаем ремонт. Ни хрена он меня колбасит. На меня наложили снежинку, скорее всего. Хрен знает, что, на чем меня наложили.
Возможно, скорее всего, надо было мне лучше идти. Еще и скорпиона не хватало мне. Идти лучше оборонять маячок. Сейчас будет через 2 секунды ремонт. Резко его на... Давай, давай, 2 секунды. Нажимаем ремонт. Просто вся вражеская команда возле меня. А почему туда маяки не берете? Сейчас, сейчас будут маяки. Сейчас. Сейчас скорпиончик обеспечит кучу маяков. Давай, 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 давай. Нуклеончик, вообще классный у тебя там робот, я вижу. Весь светится. Свет, пересвет, я не знаю там. Очень красиво смотрится. Так, вы там отдаете. Молодцы, красавчики. Там у нас кто? Капитан Ким, это, блин, какой-то старый, старый, опытный боец. Что-то он мне знаком. Так, 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 так. И возвращаемся. Иди-ка ты в лес, нажимаем астрал. При выходе. О, нормально, нормально. Все, отдаем маяки. Просто. Мы сказали маякам аривидерчи. И маяк, от маяков мы резко начали избавляться. Как от хлама. Маяки? А-а-а, зачем нам маяки? Маяки — это хлам. Угу. Застанил и просто меня изничтожил. Хвала дронам. Донатеры счастливы. Теперь они убивают обыкновенных игроков гораздо-гораздо быстрее. Так. Ну, страйдер, давай. Стартера тебе берем. Вот нас дерут. Ой, даже можно немножко поругаться. Можно немножко поругаться? Какие вы, блин, маяки берите, блин. Успеет он появиться? Не успел. Отлично, маячок наш. Два маяка у нас. Но сейчас будет захват там маячка. Слышите вы, блин? Гонку за маяками играете, как-никак. Я его пинал, 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 смотрите, капитан Кин вообще просто отказывается умереть. Когда я играю на скорпионе, меня просто убивают махом. А здесь, соответственно, где урон? А, в жопе урон, блин. Мое сопротивление урона простреливается просто как нефиг делать. Скорее всего, волшебные дроны и, соответственно, проблем нет. Залп даем. Отлично, немножко парня попинали. Так. Пожалуйста, станьте на маячок, потому что я нажал астрал, чтобы робота сохранить. Вы же не умеете играть нормально. Вы же рукожопа, блин. Неужели я его вальнул? Так, сейчас будем валить личинку. Помогать. Подождем, пока у него сопротивление урона закончится. Давай, давай, нахрен иди, блин, с пляжа. Что-то я погорячился, по-моему. Чересчур рано. Так, у нас по-прежнему два маяка, и поэтому, ну, вроде как живем. Бой продолжается еще. Еще к тому же все лагает. Станьте на маячок, пожалуйста, я вас умоляю, и все будет нормально. С маячка не уходите. И мочите Равану. Равана маяки сейчас плохо берет, но может брать, если она не будет тратить свои способности. Так. Здесь полная жопа, ну где самая жопа, берем Хок. Хока, ни хрена себе. Ну что ж поделать. Прорыв по нашему, на наш маячок. И, скорее всего, маячок мы отдадим. Да, и не то, что отдадим, еще и Хока я отдам. На маячке, соловей, держись. Меня сейчас до ластена добьют моментально. ФПС в игре что-то примерно около 10-5 ФПС. Все лагает ужасно. Ой, блядь. Просто они не вывозят, блядь, эту игру. Нахер вы в нее играете, а? Ну, вас жесткий не вывоз, блядь, по маякам нахер, а? Это донатное говно, блядь. Но красивое. Но если видите, не вывозите. Нахер вы страдаете, блядь, и других заставляете страдать. Ебучий дипломатик. Вот такие рукожопы, блядь, играют в игру, и нихера, блядь, у них ничего не получается, блядь. Но они продолжают играть. О, красивая графика. О, графика красивая. Мама, купи мне робота. Мама покупает робота, потом из робота говно происходит через месяц, через два, через три, через полгода максимум. Маяки держите, блин, полудурки. Долбим, 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 долбим. Взлетаем нахрен. Вообще просто кретины играют в нашу команду. Отлично. Ну, наглядная демонстрация. В игре War Robots делать нечего, если вы не донатер, если вы не активный игрок. И я ничего не хейтил. Где тут хейт? Это реально объективная картина, обрисовываю картину мира. Картину происходящего в игре. Ага, ага, ага. Гонка за маяками. Пошла она в жопу, гонку за маяками.